Ребятки, привет всем. Ну, смотрите, какая это милота. Боже мой, ну как можно не любить вот такое? Вот скажите, пожалуйста, как можно не любить животных? Я не знаю, просто не знаю. Я бы на это смотрела, бы смотрела, честно. Я насколько люблю животных, что просто я вам передать этого не могу. Как же это красиво. Скоро они будут уже сами кушать, конечно. Они уже, ну, будут самостоятельные. Мама их будет уже гонять тогда. Она уже не будет давать им сосать. Но сейчас вот это вот, вот это, боже мой. Ну, это ж прелесть, скажите, ребятки. Как же такое можно не... Вообще, это, понимаете, это еда для глаз. Вот это вот я и считаю... Вот такое видео, это еда для глаз, просто это умиление. Как она муркотит, это вообще кто-то, как, сейчас я поближе, чтобы не спугнуть ее, чтобы она не убежала. Это малышня муркотит. Малышня муркотит. Снися вкусная. Снися вкусная. Ой, боже. Ой. Они еще бывают дерутся за одну сиську. Начинают биться. На одну сиську вдвоем нападут и начинают биться. Так смешно вообще. Ой, это вообще, это умиление, ребята, это просто умиление. Для меня это истинная еда для глаз, вот честно. Это просто вообще, это присутствовать при этом, жить вместе с этим, вот видеть рождение котят, собачат, знаете, ну, щенят я имею в виду, это я так называю собачат. Вот, понимаете, вот. Участвовать в их жизни. Я считаю, это просто кайф. Это просто кайф. Все, надоело ей кормить. Они такие лежат, такие думают, где мама? Где молоко? Где Сися? Где Сися? Где делась наша Сися? Напоминаю, это порода Девон Рексы. Им ровно месяц. Вчера был месяц. Да, мы сосали сисю, а мама ушла. Бросила нас и ушла. Сидит, облизывается. Сидит, облизывается. Вот такие прелести. Вот такие прелести. Да, рыжик? Да. Это девочка рыжик, кстати. Это девочка. Вот это беленькая девочка. А вот это вот с красными такими, ну, поинтовый, red point называется окрас. Рыжий хвостик, рыжие ушки и рыжая мордочка. Это мальчик. Трое деток в помете. Все, сидит, ждет вкусняшку. Сидит, ждет вкусняшку. Ой, хитрая. Это хитрая, это вообще... Все пойдет, исследует, проверит. Кто-то сидит всегда рядом возле холодильника, и надо, потому что там у нее целая полка, это ихних вкусняшек, вот эти вот Гурме Голд в баночках, жидкий корм, потому что они у меня едят сухой корм. А вкусняшки только даю по пакетику в день каждому. И вот это она сидит, ждет, потому что она уже сегодня получила и свой пакетик, и еще один пакетик я начала. Я не кормлю только жидким кормом. Это глупо приучать животное до жидкого корма. И вот она сидит и гипнотизирует холодильник. Она думает, что если она его будет гипнотизировать, так он ей даст еды. Лиша. 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 Эм. Ты уже получила сегодня. Уже не раз получила. Лиша. Опа. Я не кричу, когда у меня прыгают на стол, ходят по столу. Я просто все вытираю, вытираю, вытираю. И все. Я не кричу на них. Я не кричу на них. Нет, не кричу.
Не кричу. У них шерстка такая бархатная. Диане, где эти бегуны? Где эти бегуны? Где эти бегуны? Вот они. Вот они. Сидит как косоглазый, кажется. На самом деле он не косоглазый, просто кажется так. Ой, как китайские болванчики. Так, ну такое коротенькое видео, ребятки. Все, всем пока. До нового видео. Подписывайтесь на мой канал. Пока, друзья, пока.